Все, снимаешь? Привет! Упражнение с мячами для развития ловкости и координации. Первое. Мы двигаемся вперед и бросаем мяч поочередно и ловим. Также поочередно. Второе. Мы бросаем два мяча одновременно и также их ловим. И идем вперед. Третье упражнение. Мы бросаем два мяча и ловим двумя руками один мяч, затем двумя руками другой мяч. Раз, два. Раз, два.